Добрый вечер, в эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джубкаев, и вот что в нашем выпуске сегодня. В республике начинают берегоукрепительные работы в двух населенных пунктах. По какой программе будет проводиться капремонт гидротехнических сооружений? Изменениям в законодательстве, которые касаются оформления земельных участков, была посвящена пресс-конференция в управлении Росреестра. Около 400 человек из Карачаева-Черкесии в возрасте от 18 до 30 лет приняты в ряды российских вооруженных сил. В стране начался осенний призыв. Вклад студентов и преподавателей для приближения победы. Представители Эркеншахарского аграрного колледжа присоединились ко всероссийской акции «СПО для СВО». Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание оперативного штаба по вопросу выполнения поручений президента России о мерах по доукомплектованию группировок войск военнослужащим и по контракту. Обсудили ход реализации дополнительных мер по исполнению данного поручения, в частности, вопросы, касающиеся денежных выплат военнослужащим из Карачаево-Черкесии, заключившим контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил России. Также члены правительства доложили о работе, которая ведется по оказанию региональных мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Берегоукрепительные работы будут проводиться сразу в двух населенных пунктах – Урупе и Хумаре. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений будет вестись в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов, разработанной по поручению президента России. Распоряжение о выделении дополнительных средств для Карачаева-Черкесии подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Господдержка позволит защитить от потенциальных подтоплений под паводками и водами территорию в селе Уруп, где проживают почти 500 жителей, а также их хозяйственные пристройки и садовые участки. Ремонт дамбы на реке Уруп протяженностью более 1,5 километра планируется начать досрочно. Также средства будут направлены на завершение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений протяженностью порядка 2 километра в Хумаре на реке Кубань, который уже начался. В Черкесске до конца этого года будет благоустроена еще одна общественная территория – сквер защитников города на проспекте Ленина. Здесь будут установлены 16 лавочек, урны, появится двухцветное плиточное покрытие, новые зеленые зоны и, самое главное, яркое освещение, чтобы было комфортно и безопасно в вечернее время. Особое внимание деревьям, сухостой спилят, все здоровые зеленые насаждения будут сохранены. Также отметили, что территория сквера будет увеличена за счет того, что теперь парковка транспорта здесь будет запрещена. Вместе с тем, в городе активными темпами продолжается ремонт городских тротуаров. Всего за 3 года в порядок приведены участки пешеходных зон протяженностью свыше 90 тысяч квадратных метров. В настоящее время плиткой выкладывают тротуары по проспекту Ленина. С обеих сторон асфальтобетонное покрытие появится на 15 участках республиканского центра. В региональном управлении Росреестра прошла пресс-конференция, посвященная вопросам использования земель, расположенных в населенных пунктах и на территории садовых и огороднических товариществ. На встрече с представителями ведомства побывал наш корреспондент Артур Мхце. Беседа представителей республиканского управления Росреестра с журналистами была посвящена в первую очередь некоторым изменениям в законодательстве, которые касаются оформления земельных участков, их освоения, условий для изъятия. Созданный федеральным ведомством законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года. Еще на стадии обсуждения у граждан появилось беспокойство, что спустя какое-то время они могут лишиться своей собственности. Если мы подробно этот закон изучим, там говорится об освоении земельного участка в течение 3 лет. Это имеется в виду, что нужно его освоить. К примеру, если заболоченный участок, какие-то мусор там есть, нахламление. Эти 3 года даются гражданину для освоения земельного участка. То есть проходит 3 года, если вы освоили этот земельный участок, все привели в порядок, законодательно вам дается 2 года еще на хотя бы построить фундамент и 5 лет уже для завершения на строительство. То есть на освоение и строительство законодательно дается 8 лет. Кроме того, надо понимать, что есть участки, которые изначально не предназначены для возведения построек. Закон создает прозрачный механизм регулирования использования земельных участков и обеспечивает их вовлечение в экономический и хозяйственный процесс. Эта мера должна быть действенной в отношении, в первую очередь, тех,
кто на протяжении длительного периода времени оставляет землю заросшей, захламленной. Также специалисты Росреестра рассказали о том, могут ли быть газифицированы дома садовых товариществ, переведенные в жилую застройку. Для того, чтобы попасть в программу газификации, что нужно? То есть садовое некоммерческое товарищество должно находиться в границах населенного пункта. Населенный пункт должен быть газифицирован или попадать в программу газификации. И, естественно, для того, чтобы провести газ, должны быть зарегистрированы право собственности на земельный участок и жилой дом. До представителей региональных СМИ также довели информацию о возможности подать через портал госуслуг заявление на профилактический визит и консультацию специалистов Росреестра. Причем основной акцент в работе сотрудников ведомства сделан именно на профилактику, а не на непременное наказание. Законодатель ушел от палочной системы. То есть если раньше государственный инспектор по использованию и охране земель Карачаево-Черкесской республики больше как-то наводил страха для обычных жителей, да, сразу как-то проверка, административное наказание, то на сегодняшний день законодатель отдает приоритет профилактике, то есть предупреждению нарушения. Однако это вовсе не значит, что землепользователь может вести хозяйственную деятельность недобросовестно и нарушать требования земельного законодательства. Артур Мухцели Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне на окраине аула Кумыш Карачаевского района совершено убийство. Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, после чего скрылся с места происшествия. Следственным отделом по городу Карачаевску регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его брата. По данным следствия, 1 октября текущего года, примерно в 15 часов, на южной окраине аула Кумыш Карачаевского района неустановленное следствием лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей. После совершения преступления фигурант скрылся с места происшествия. От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте. Второй пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где его жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Следователями управления совместно с криминалистами организован выезд на место происшествия, произведен его осмотр. По изъятым предметам назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы преступления. Во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД ПУКЧР принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к данному преступлению. В Черкесске сотрудники ДПС Госавтоинспекции и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии остановили автомашину с тремя гражданами Узбекистана, которые подозреваются в дистанционном распространении наркотических средств. У одного из задержанных обнаружено и изъято два свертка, обмотанные изоляционной лентой. Мужчина пояснил, что в свертках находится наркотическое средство синтетического происхождения, которое он приобрел посредством сети интернет с целью установления тайников закладок на территории Черкесска. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Карачаево-Черкесии. Установлено, что все трое иностранных граждан находятся в России законно, временно зарегистрированы по одному адресу в Минеральных водах. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, ночью местами дождь, в горах с мокрым снегом, днем небольшой. Ночью и утром местами туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 5-10, в горах 0-5, а днем 15-20, выше нуля и местами до плюс 12. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 17-19 градусов тепла. С 1 октября в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, начался осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. В Черкесске прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов республиканских СМИ ответил военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов. Подробности у Али Баташева.
Осенний призыв на срочную службу продлится до 31 декабря. В этом году армию нашего государства пополнит около 400 человек из нашей республики в возрасте от 18 до 30 лет. Отправлять призывников со сборных пунктов в 2024 году хотят уже с 20 октября. Затем они будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений воинских частей на территории России. Также продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений. Но чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям, отметил военный комиссар. Службу они будут проходить в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, войск Национальной гвардии и Министерства чрезвычайных ситуаций. Но также хочу сказать, что Министерство обороны продолжает формирование военно-научных рот, и три наших призывника прошли конкурсный отбор и будут проходить службу в военно-научных ротах. К участию в специальной военной операции срочники привлекаться не будут. Срок службы составит 12 месяцев. В этом году Министерством обороны принято решение, позволяющее улучшить качество призыва. Так, гражданам, которые поступили у нас в учебные заведения, на призыв являться лично не обязательно. Хватит того, что они направят свои документы, подтверждающие о том, что они проходят обучение, и получить отсрочку. Также рассматриваются вопросы о досудебном решении вопросов через сайт и портал госуслуг. В период нахождения на сборном пункте призывники будут полностью обеспечены форменной одеждой и горячим питанием. Весенний призыв республики прошел своевременно и качественно, отметил военный комиссар. Али Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия. Новое деловое пространство в центре республиканской столицы. ВТБ открыл первый офис Карачаево-Черкесии. Он расположен на проспекте Ленина, 79. Это событие стало знаковым для обслуживания физических лиц, как и для предпринимателей нашей республики. Альбина Ламкова продолжит тему. На проспекте Ленина, 79, в самом центре Черкесска, расположился новый офис ВТБ. На церемонию открытия пригласили постоянных партнеров, тех, кто по достоинству ценит преимущества банка на протяжении долгих лет. Несмотря на торжество, работа в банке идет в обычном режиме. Не мешая клиентам, для гостей торжества провели экскурсию по новому офису. В новом отделении организованы удобные места для ожидания, бесплатный Wi-Fi. Гармонично подобранная цветовая гамма и интерьер офиса располагают к деловому общению. Это еще один шаг вперед в развитии финансовой сферы и очередной пример того, как технологии могут сделать нашу жизнь проще и удобнее. Банк ВТБ существенное внимание уделяет работе на всех сегментах банковского рынка, как в розничном, так и в корпоративном секторе. Вот, и это вдвойне приятно. То есть здесь смогут найти обслуживание и наше население, физические лица. Любой вот проходящий по улице Ленина может зайти сюда. А также наши компании. Сотрудники обслуживают посетителей с помощью ноутбуков, а подтвердить операцию можно в мобильном приложении. Возможность получить консультацию лично у экспертов ВТБ стала ключевой в выборе банка. Ну и, конечно, целый ряд выгодных предложений, говорит Никита Пашков. Хотел бы вот стать клиентом. Как узнал об открытии, пришел сразу. Вместо того, чтобы через сайты вот это все делать, намного удобнее прийти и пообщаться вживую с людьми, чтобы получить какую-то поддержку. Доволен. Очень хорошее место. Обстановка очень комфортная, работники в целом тоже нормальные. Очень вежливые, так сказать, радушные. ВТБ появился еще в одном субъекте страны в рамках реализации стратегии повышения доступности отделений банка. По словам его представителей, основной целью создания такого пространства было сделать посещение кредитного учреждения максимально комфортным и приятным для каждого посетителя. Клиенты, которые с республики, они приезжали у нас в самую ближайшую точку, это в Невинномысск, в том числе в Ставрополь, в Кисловодск, Пятигорск. Мы видели необходимость открытия здесь точки продаж. Навигируем всех клиентов, которые обслуживались в разных офисах, но проживали здесь. Предлагаем сюда обратиться. В новом отделении установлены два банкомата, в которых операции доступны по QR-коду. Они работают круглосуточно и точно будут востребованы в центре города. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.
В Черкесске начала свою работу новая образовательная площадка «Яндекс.Лицей». Она функционирует на базе Центра молодежного инновационного творчества. В нашей республике более 200 ребят подали заявки на участие в программе. Во второй этап конкурса прошли 46 человек, из них 24 успешно сдали отборочные испытания и теперь будут углубленно изучать современные языки программирования и погружаться в промышленную разработку и осваивать новые технологии. Здесь они получат не только теоретические знания, но и практические навыки в области машинного обучения, анализа данных и разработки различных IT-продуктов. Красочная современная школа появится в селе Дружба на 900 мест. Она станет одной из самых больших не только в Прикубанском районе, но и во всей Карачаево-Черкесии. Сейчас в селе более 700 детей обучаются в школе, построенной еще в начале 60-х годов прошлого века. Даже возведенный в 2004 году второй корпус не может полностью решить проблему. Корпусы школы уже с трудом вмещают всех учащихся. Ведь на протяжении последних лет в селе Дружба фиксируется уверенный рост рождаемости. Для новой школы уже выделен участок, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. СПО для СВО – так называется всероссийская акция, приуроченная ко дню среднепрофессионального образования, который в стране отмечают сегодня. Учащиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений в этот день собирают гуманитарные грузы для специальной военной операции. И сегодня Эркиншахарский аграрно-технологический колледж передал Народному фронту выращенные собственноручно фрукты и овощи, а также другие необходимые в зоне СВО продукты и предметы для личного использования. Мадина Каракетова продолжит тему. Здесь все самое нужное, самое необходимое, рассказывает студент Эркиншахарского аграрно-технологического колледжа. Яблоки, которые вырастили студенты в собственных садах, сахар, тушенка, сгущенка, термобелье и другие необходимые в зоне СВО вещи. Мы передаем через Народный фронт гуманитарную помощь нашим ребятам. Студенты и сотрудники колледжа буквально за пару дней собрали средства, и мы за один день вчера все это упаковали, собрали и привезли. В принципе, раз в 2-3 месяца обязательно организовываем такие акции, оказываем гуманитарную помощь через Народный фронт, сами напрямую. Буквально еще сегодня мы будем отправлять очередную поставку ребятам, которые являются выпускниками нашего колледжа, через их родителей. Акция «Все для победы» объединяет все больше и больше людей, от школьников до людей преклонного возраста, что не может не радовать, говорит Людмила Капушева, руководитель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Привозят, приносят, звонят, просят забрать разные необходимые вещи, приветы, письма, в том числе для наших бойцов на передовую. Не устану повторять, что вот это чувство надежного тыла, которое мы таким образом все вместе даем нашим ребятам, это то, что тоже охраняет их, сохраняет их и дает им мужество для того, чтобы выстоять в этой борьбе, для того, чтобы вернуться быстрее с победой. Поэтому это очень важная работа, которую все мы вместе делаем. Людмила Капушева от лица всего регионального штаба Народного фронта выразила огромную благодарность руководителю аграрно-технологического колледжа поселка Эркиншахар Азамату Матакаеву. ОНФ и колледж уже давние партнеры, и это далеко не первый груз, который они направляют в зону СВО, в том числе и через Народный фронт, сказала Людмила Капушева. В ближайшее время все, что здесь, и особенно вот эти прекрасные яблоки, которые они сами вырастили, конечно же, будут уже на передовую наших ребят. Студенты Эркиншахарского аграрно-технологического колледжа всегда с энтузиазмом отзываются на идеи об очередном сборе необходимой гуманитарной помощи, делится Олеся Иванова, которая сегодня сопровождает груз. И все они очень переживают за солдат на передовой и очень гордятся их мужеством, патриотичностью, преданностью стране. От имени студентов и всей команды аграрно-технологического колледжа я хочу обратиться к военным и сказать спасибо за то, что в такое непростое, трудное время они дарят нам мирное небо над головой и возможность радоваться каждому дню. Ну и, конечно же, я хочу пожелать скорейшего возвращения домой с победой. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире.